В этом году музыкальная общественность отмечала немало дат, в том числе и Булату Куджаве, и Евгению Крылатову. Вот сегодня мы исполним песню Евгения Крылатова «Прекрасная далёка». Вот кажется, что эта песня детская, но на самом деле здесь глубокий смысл. Песня обращается за содержание ее к каждому человеку, любого возраста. Прекрасное далекое – это то, что нас всегда ждет впереди. А вот у любого человека, в любом возрасте есть будущее. Всегда оно есть. И всегда мы живем с надеждой, с верой, с любовью. Из прекрасного далёка.